В этом видео хочу вам показать самый простой способ монтажа Reels прямо в новом приложении от Instagram Edits. Это новый бесплатный видеоредактор, с помощью которого можно не просто отредактировать видео, но и сразу опубликовать его в Instagram. Давайте посмотрим, как сделать очень быстро ваше новое видео Reels. Для этого вы скачиваете приложение Edits, заходите в него и здесь создаете свой первый проект. Нажимаете на плюсик и загружаете либо фото какого-то фона, либо, может быть, видео. Я загружаю вот такое вот видео, нажимаю «Добавить». И, соответственно, здесь я могу выключить звук, посторонний шум, добавить аудио, например, вот такую музыку. Так, вот у меня получается уже видео просто с музыкой. И здесь я могу даже добавить еще несколько видео, чтобы видеодорожка менялась. Но я хочу сделать другое. Я хочу добавить себя на это видео. Я нажимаю «Вырезать». И здесь мне это приложение предлагает выбрать какое-то видео, из которого я хочу себя вырезать. И, например, я выберу вот это видео. Нажимаю «Отследить объект», и я могу просто взять себя и переместить на другой фон. Буквально пару минут, и, соответственно, получится очень красивое видео с локацией в другом месте. Просматриваем до конца, нажимаем «Готово». Кстати, загрузить сюда видео можно до 30 секунд. И вот у нас получилось, но я просто занимаю весь экран, но, соответственно, я могу просто себя опустить вниз и пальцами могу уменьшить немножко размер своей фотографии, своего видео. Вот так, готово, и, соответственно, вот получается уже такое видео. Если мне нужно добавить текст, я просто захожу в раздел «Текст» и пишу, например, «Привет из Парижа». Текст я могу поменять, и здесь с помощью специального инструмента, который есть и в Instagram, я могу сделать какую-то подложку. Нажимаю «Готово» после того, как переместила я текст в нужное мне место. Так, сейчас еще раз. Нужно на текст нажать для того, чтобы его переместить. Если мне нужно добавить какие-то фотографии, то, соответственно, я могу тоже с помощью инструмента Overlay нажать и добавить, например, еще какую-то фотографию, какую я хотела бы, чтобы она выскакивала в процессе самого видео. Если, например, я про что-то рассказываю, то вот я могу добавить. И вот у нас получается видео. То есть можно делать фон, можно вырезать себя, можно добавлять какие-то фотографии, можно добавлять стикеры, можно добавлять музыку. Очень просто. После того, как мы создали проект, нажимаем «Экспортировать» и сохраняем наше видео. Когда видео полностью сохранилось, то можно им поделиться либо в Instagram, либо на Facebook. Нажимаете просто на кнопку «Поделиться», обращайте внимание только, в каком вы аккаунте находитесь Instagram. Вот здесь вниз пролистните, чтобы вы понимали, куда оно публикуется, если вдруг у вас несколько аккаунтов. И здесь, соответственно, можно загрузить обложку, написать какой-то текст, хэштеги, опрос, подсказка, все это есть, аудитория, пробный режим, локацию, все это можно сделать, можно даже автоматически опубликовать в историю. Нажимаете «Поделиться», и после этого у вас ваше видео появляется вот так вот, как вот это, в вашей ленте. Обратите внимание, когда вы делаете публикацию прямо через Edits, то, соответственно, осознанно с помощью Edits будет высвечиваться. Это такая дополнительная реклама от Instagram, своего собственного приложения, потому что Instagram понимает, что для того, чтобы узнали что-то новое о вашем продукте, чтобы узнали о вас, нужна реклама. И как это сделать? Это можно сделать либо с помощью вот такой функции, как ввел Instagram. То есть такую рекламу все пользователи, которые будут пользоваться приложением Edits, они не будут использовать водяной знак, да, они убрали водяной знак, то есть вы можете чистое видео сохранить. Но если вы делаете репост в Instagram, то будет такая пометка, и, соответственно, другие люди могут посмотреть, где же вы создали такое классное видео, и скачать себе приложение. Поэтому от рекламы очень многое зависит вообще в бизнесе, и если вы хотите научиться настраивать таргетированную рекламу, официальную рекламу от Instagram, Facebook, для того, чтобы о вас, вашем товаре, продукте узнало как можно больше людей, то оставляйте заявку на мой курс «Рост и продажи»
через Таргет. Также вы можете записаться ко мне на консультацию по продвижению в Инстаграм, либо по настройке рекламы или разблокировке рекламного кабинета. Если у вас остались вопросы по монтажу приложения Edits, то вы можете написать их в комментариях. Хочу сказать, что это приложение очень похоже на приложение, которое в целом есть в самом Инстаграме. Например, если вы добавите это видео в самом Инстаграме, то вот здесь есть тоже функция редактировать видео. И по факту здесь есть вот похожие инструменты, которые есть и в приложении. Просто Инстаграм вынес вот этот редактор, можно сказать так, в отдельное приложение, которое будет теперь развивать для того, чтобы люди пользовались приложением для монтажа видео от самого Инстаграма вне приложения Инстаграма. То есть вот здесь, видите, я могу нажать «Редактировать видео», ну и по факту вот то же самое, стикеры, добавить клипы, оверлей, то есть по факту эти же функции есть и внутри Инстаграма. То есть можно Edits не скачивать, можно пользоваться здесь, но можно посмотреть, потому что немножко все-таки есть такие небольшие различия, что добавили, и я думаю, что будет приложение Edits развивать для того, чтобы оно стало таким более, может быть, каким-то профессиональным, потому что, по крайней мере, сейчас оно отстает от других приложений для монтажа видео, потому что сейчас все в монтаже видео шагнули далеко вперед, и можно делать очень классные эффекты с помощью других приложений.